когда мы приезжали, вот только еще 30 лет назад, когда были вот первые вот эти фиаки, они были совершенно другие. Но что я хочу сказать, что было вот это вот традиционное старое искусство, но и было очень, как бы это сказать, радикальное новое, да, которое сейчас нет. В общем, все это где-то сглажено, все это. А в то время дым коромыслом, знаете, что-то взрывалось как-то, самые люди голые ходили. Какая-то очень агрессивность была, и жизнь была. Никакого нет впечатления настоящего, как-то я, видимо, слишком был сосредоточен на себе, боюсь, что так.